Мир всем, друзья, с вами я, Вектор, и, как и обещал, у нас начинается неделя обзоров на военные конструкторы от компании Brick, ну, от первой военной серии, то есть будет целая неделя, каждый день по два обзора, ну, примерно там днем и вечером, всего 14, по-моему, это реально круто, мне нравится эта идея, давно я планировал вообще, если честно, это сделать, и, наконец, возможность появилась, поскольку я в другом городе. Поехали, не будем тянуть, и сегодня у нас будет обзор на вот такой замечательный набор, это самый маленький набор из этой подсерии, и вот знаете, я, вот если честно, долго думал, что я его не найду, я его видел в интернете, и потом думал, блин, я его нигде найти не могу, в таких вот простых магазинах его не продают, да и в принципе, в больших тем более. Оказалось, я его нашел просто в распечатке, он там стоил давно еще 25 рублей, и это реально круто, я вот не думаю его взял, поставил в коллекцию, и это здорово. Что это вообще за набор, я расскажу далее, начинаем. Набор у нас под артикулом 0271. И знаете, что меня порадовало? Брик. Брик просто, я не понимаю. Даже каким-то набором покрупнее, они не делают на инструкциях варианта для какой-то переделки. К этому набору, к такому маленькому, они умудрились что-то придумать. Две разных каких-то еще модели, которые не сильно отличаются, но в них есть какая-то уникальность, если рассмотреть более внимательно. Боже мой, Брик, вот вы просто, я не знаю, удивляете каждый раз все больше и больше. Особенно с новыми сериями. Кто-то, может, видел слитые фото наборов там по такой фэнтезийной серии. Вот прям молодцы. Продвигаются, ребята. Сборка ее всего лишь за 5 шагов, очень быстрая. И напомню, друзья, это подсерия Century Military. Есть вторая военная серия Combat Zones, это Century Military. Старая, она еще с 4 года или ранее выпускается, на месяц 2004. Так что вот такие дела. В общем-то, инструкция маленькая, простенькая, сейчас я ее кратенько уберу. И давайте посмотрим на сам набор. Во-первых, как можно его использовать? Ну, если вы все-таки собираете брик и военную серию в частности, он вам поможет собрать, если вы найдете много таких маленьких сетов, просто большую армию. Вы понапокупаете их и поставите этих человечков в ряд, даже без машины, и так будет уже очень-очень круто. А, во-вторых, набор маленький. Если, скажем, вы едете в дороге, и у вас ребенок просит там какую-то игрушку простенькую, если вы найдете его или что-то подобное, вы можете взять, и ребенок спокойно поиграет, ему понравится, поверьте. Вот, да и тем более он не сильно там много стоит. Даже с курсом, с поднятием, сейчас не сильно цена там возрастает. Росла на него. Итак, в чем вообще здесь интересного есть фишка? Ну, начнем с того, что это машина. Машина, конечно, странная, состоит из маленького количества деталей. Спереди руль, сзади, я так понимаю, мины, которые он нашел в процессе своего блуждания по какой-либо местности. Сам чувак простой, это такой классический военные из вот этой серии, вот можно его посмотреть, они нам часто будут встречаться, на них особо внимания зацикливать смысла нет, просто прикольная фигурка. Стоит опять же сделать отклон на то, что Лего не делает военные серии, ну понятное дело там Звездные войны и так далее, но прям вот военной серии они не делают, они типа против этого. Ну, можно, конечно, Brick Arms такую замену устроить, но, по-моему, это дороже выйдет гораздо. Brick, если честно, импонирует больше. Сам миноискатель довольно интересно выполнен. Мне вот эта деталь понравилась. Классно идет. Сверху синяя лампочка и красная, извиняюсь. И сверху синий такой вот, не знаю, наверное, это изображает поиск такой вот волны. Ну, в общем, прикольно это все выполнено. Давайте отдадим ему дальше. Пусть едет, ищет мины. Набор простой. И вот знаете, я не буду давать набор от Brick какую-либо прям точную оценку, ну, военным я имею в виду. Наборы сами по себе прикольные, мне нравятся. Просто буду говорить, что они крутые. Я уж собрал всю коллекцию, смысл мне там что-то добавлять. Набор прикольный, я уже рассказал вам, для чего он кому может пригодиться. Да и в коллекцию, разумеется, он важен. Это неотъемлемая часть. Миноискатель, может взорваться танк от мин. А вот он может найти мину и предотвратить это. Вот такие дела, друзья. Такой вот был первый обзор. Сегодня вечером будет еще один. Увидимся!